Должностные лица дирекции развития спорта по олимпийским видам Акимата Астаны подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме ущерба 70 миллионов тенге. По данным следствия, деньги отмывали за счет завышенных командировочных в период с 2020 по 2023. Средства выделяли на учебно-тренировочные сборы, республиканские и зарубежные соревнования. После разницу от фактических затрат передавали руководству учреждения. Агентство по финансовому мониторингу ведет досудебное расследование. Вместе с тем установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 миллионов тенге от тренера за положительное решение вопроса финансирования учебно-тренировочных сборов. В отношении руководителя КГУ санкционировано мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование в отношении должностных лиц КГУ дирекции развития спорта по олимпийским видам Акимата города Астаны по подозрению в хищении бюджетных средств ведет столичный департамент АФМ.